Главные спортивные стройки краевой столицы. Это будущий объект, комплекс для игровых видов спорта. Первый этаж почти готов, а весь объект должны возвести к 2023 году. Ближе к этому времени решат вопрос с тренировками федерации. Ход работ сегодня проверяет министр. На самом деле, только в 2021 году у нас 1 200 000 000, это беспрецедентная сумма на инфраструктуру. Это и федеральные деньги, это и краевые деньги. Ну и вы видите результаты. Мы должны вкладываться. Работы масштабные. Училище Олимпийского резерва завершает реконструкцию столовой, утепление стен и обновление фасада. Планируем закончить также стадион, оформление стадиона, реконструкцию стадиона, поменять здесь легкоатлетические дорожки, ограждения, привести в такой нормальный цивилизованный вид. У зданий будет единый цветовой стиль. Бело-синий такой же и у краевой школы Олимпийского резерва. Вы сами сегодня посмотрели, убедились в том, что работа выполнена очень большая. И до конца года вот этот объем, который мы планировали, будет реализован. По сумме это порядка около 17 миллионов рублей. Всего же в Алтайском крае сейчас строят или реконструируют 37 объектов. По информации ведомства, чтобы привести в порядок все необходимые спортивные сооружения региона, нужно около 10 миллиардов рублей. Дмитрий Дроздов, Александр Антропов. День с толком.